Давайте посмотрим, к чему снятся зэки. Что такое зэк? Определимся. Именно вот это не тюрьма, не колония снится, а именно слово зэк звучит во сне. Значит, посмотрим, что описывает, что такое зэк. Это заключенное лицо, которое подвергнуто аресту в порядке меры пресечения. Человек, лишенный свободы по приговору суда и отбывающий наказание в специальных учреждениях, колониях, следственный изолятор, тюрьме и тому подобное. Поэтому видеть зэка во сне – это всегда не очень хороший знак. То есть это некоторая доля ограничения. Это проблемы, которые связаны именно вот с лишением свободы. Вашей свободы, свободы выбора, свободы, куда вам что-то делать, как делать. Почему? Потому что должно быть пройти время. Это проблемы, которые вы попали как в тюрьму у них. В заключение они не решаются по причине того, что за них надо заплатить. Заплатить временем, деньгами, определенным поведением, ограничением, дисциплиной. Все. Почему? Потому что здесь уже работает закон. Закон может быть и кармический, и космический, и социальный. Самую не последнюю роль, конечно, в толковании сна, если вы увидите, по какой статье именно вот этот зэк сидит. Это может быть мошенничество. Значит, тут все понятно. То есть именно вот здесь вот мы мошенничество смотрим, ситуация, почему именно связано с этим. Растрату. Может быть, излишне много вы куда-то тратите деньги, и у вас приходит ситуация, из которой вам очень сложно выйти. Почему? Потому что сфера денег работает, и вы в нее попадаете как в тюрьму. И вы видите себя в виде зэка, который сел в тюрьму за растрату. Вы неправильно распоряжаетесь деньгами. Убийство, например, если вы видите себя, например, в виде зэка, хотя зэк может просто мужчина, зэк, это ваша ситуация, в которую вы можете попасть. Если за убийство, это значит, вы что-то на корню убили. Это могут не только быть человек, понимаете? Хотя вы можете убить в человеке творческое начало, любовь можете, надежду какую-то убить, может быть. То есть два человека просто разъединить, убрать. Иногда бывает по глупости, люди делают привороты, рассорку делают, чтобы два человека ушли. И поэтому человек попадает, он говорит, да, вы можете выйти замуж за этого человека, его приворожить и все остальное, вы попадаете опять в тюрьму. И какое-то время вы с ним не сможете расстаться даже, как бы вам плохо не было. Только потому, что начинает работать закон. И поэтому тут надо набраться терпения, если вы видите именно зэка себя, который сидит в тюрьме, особенно если вы в виде зэка, значит, который сидит в тюрьме или в колонии, значит, это время, надо какое-то время, вы ничего не сможете сделать, и никто не сможет вам помочь, вы за что-то платите. Поэтому изнасилование насилием чужой волей, то же самое. Поэтому если вы видели зэков, которые сидят за столом и которые вышли из тюрьмы, но они сидят за столом, это может быть устойчивая ситуация, и очень часто она показывает как бы психологические проблемы человека, особенно если они вот эти зэки сидели в татуировках. Что такое татуировка? Это наколка. Татуировка – это часто болевая ситуация от внешних событий. Однотипных, кстати, которые оставляют на человеке и о себе определенный опыт и надолго. Это как комплекс идет. Ну, например, вот обратилась женщина ко мне по причине того, что она говорит, я не могу найти себе мужчину, пару. И мужчина-то, я говорю, и он говорит так, и у меня академия за плечами, и неплохая работа, и внешне она хорошо выглядела. Но уже 30 с лишним лет, и она никак не может себе найти мужчину. Она говорит, даже любой, он говорит, какой-то оборванец и все остальное, вот вроде бы мужчина такой, начинаю жить с ним, вроде... Ну, он говорит, ну, из себя ничего не представляет. И тот уходит от меня. Почему? Когда мы стали разбираться, оказалось, что, будучи ребенком, она жила у пьющих родителей, которые на нее практически не обращали внимания. И она всегда была очень бедна, неаккуратно надетая. И над ней постоянно одноклассники издевались. Постоянно. Начиная от младших классов и кончая старшим. Потом, когда она вышла, она собралась, он говорит, как она сказала, в кулачок. Я
закончила академию, я неплохо училась. Говорит, правда, заниматься нечем было больше. И говорит, я окончила академию, надеялась уже хорошо, а комплекс-то остался. И поэтому людей успешных, молодых, она всегда боялась. Она всегда смотрела на более низший статус мужчины. И когда она сходила с этим мужчиной, мужчинам было с ней неинтересно. Ее уже интересовали театры, кино, книги, фильмы хорошие, о чем-то поговорить. То есть девочка образованная. А у мужчин пиво, водочка, в гараже посидеть. Вот именно такой социальный статус она выбирала. И поэтому они не сходились. Хорошо, она еще не родила ребенка от них. А тех мужчин, которые были по социальному статусу, ей подходили, она боялась просто. Боялась, и она считала себя недостойной. Вот это. И она видела себя, да, забыла сказать, что она часто видела себя сон, что она в виде зэчки, в окружении зэков себя видела, которая разукрашена, она говорит, сплошь и рядом я разукрашена наколками. И лично я видела себя постоянно, это постоянный сон, который крутился, что она пьяна и шатается по подвалам. Вот, хотя этого никогда не было у ней. Поэтому вот такой психологический аспект на ней остался. И сон показывал именно, что, какой опыт она пережила. И поэтому правильное вот именно направление, когда убираем это все. Потому что взрослые люди, они могут убрать это все, понять, что с ними происходило. И дальше у ней успешно сложилась жизнь. Парные отношения. Если же вы вырвались сами на свободу и совершили, может быть, побег, вырвались насильственно и все остальное из именно вот этой колонии, будучи зэком, это говорит о том, что эта ситуация может к вам вернуться. Путем какого-то насилия вы попытались уйти от этой ситуации. Эта ситуация вас все равно где-то догонит. И вам придется все равно по полной мере где-то расплатиться. Если вас освобождают, значит, вы, это хороший знак, то есть вы выходите из этой ситуации, избавляетесь от проблем, которые давят на вас. И вы уже отработали за них. Если вы видели знакомого человека, который в виде зэка был и в тюрьме, значит, отнеситесь внимательно к этому знаку. Почему? Знакомый знак. В какой точке соприкосновения вы с ним общались? Если это было, может быть, квартира или еще что-нибудь, может быть, здесь, а вы покупаете квартиру, это ситуация, в которой вы можете попасть надолго, будем говорить, как в тюрьму, из которой будет очень сложно выйти, какой бы профессионал вы ни были. Или еще, вы, например, устраиваетесь на работу, и вы видите человека, с которым коллега по прошлой работе, и с которым не очень хорошие отношения. То же самое. Какое-то время вы будете сидеть как в тюрьме в этой работе. И ничего вы не сможете сделать. Надо будет отдать, будем говорить так, может быть, дисциплиной, какое-то ограничением, отдать какое-то время свои долги. Поэтому здесь, если вы видите мужчину, зэка – это одно. Если женщина – зэка – это другое. Мужчина – это ситуация, в которую вы попадаете. Женщина – это внутренние какие-то события, которые происходят у вас внутри. И это психологические события. Поэтому в любом случае, если вы видите или заключенного рядом с вами, зэка, или вы сами заключенные, это символ всегда беспокойства и тревоги, которые должны вас, будем говорить так, насторожить.